Всем привет, ребят, с вами Игорёк, и в сегодняшнем видео я расскажу про всю актуальную игровую халяву за прошедшую неделю. Мы узнаем, какая тайная игра раздается в магазине Epic Games, добавим несколько крутых проектов в свою коллекцию игр в Steam, а также посмотрим, что у нас там по скидкам, а поверьте, их достаточно много. Так что смотрите видео до конца, скучно точно не будет. Но перед тем, как мы начнем, хочу разыграть среди своих подписчиков игру Valheim. Возможно, ее хайп уже прошел, но думаю, многие из вас хотят в нее поиграть. Поэтому, чтобы поучаствовать в розыгрыше, тебе предстоит выполнить 3 простых действий, а именно подписаться на мой канал, поставить лайк под это видео и, конечно же, оставить любой комментарий в тематику видео. Итоги будут подведены уже в следующем видео по халяве, ровно через неделю, но при условии, если мы наберем 1000 лайков на этом видео. А победителей прошлого розыгрыша я покажу в конце видео, так что смотрите его до конца. Ну, а теперь халява! Как в этом видео нет рекламной интеграции, хотел бы отнять у вас немного времени. Буквально несколько дней назад на моем канале появилась возможность оформить спонсорскую подписку, которая стоит всего 25 рублей на месяц. Она даст тебе возможность использовать уникальные смайлы, также я добавлю другие привилегии в скором времени. Ну а если ты сидишь на моих стримах, то в чате твой ник также будет выделяться, уже зеленым цветом. Поэтому если ты хочешь поддержать мой труд, ссылку ты найдешь в описании, или просто тыкни на кнопку спонсировать. Спасибо. А начать хотелось с раздачи, как по мне, легендарной игры, которая стояла практически на каждом компе 2000-х. Это Chicken Shoot. В данном случае Gold Edition, который включает в себя две части. Если вкратце, то это игра, в которой вам нужно стрелять по курицам. Как по мне, шедевр. Для получения ключика переходим на сайт с раздачей, далее входим через нужные соцсети и выполняем задание. В данном случае нужно вступить в группу Steam, после чего нас просят сыграть в демо какой-то игры. В принципе, можете скачать ее и просто посидеть в главном меню. Или же скачайте программу Steam Achievement Manager. После чего скопируйте ID игры и вставьте в программу. И как видите, все работает. В Steam показывают, что я как бы играю в эту игру. Если что, за это не банят, так что не переживайте. Далее по заданиям нам нужно добавить две игры в список желаемого, и после проделанных действий мы получаем ключик, который активируем в Steam. Сколько времени будет, кстати, проходить эта раздача и сколько там находится ключей, я не знаю, поэтому поспешите. А мы переходим к следующей халяве, которая также проходит на этом сайте. Только теперь это не раздача, а розыгрыш, в котором у нас есть шанс что-то выиграть. Конечно, обещать я ничего не могу, но почему бы не попробовать, тем более, что это бесплатно. В общем, как видите, на данный момент тут проходит розыгрыш на 10 ключей игры Короче, какая-то вот такая вот игра. 10 купонов Steam на сумму в $10 и другие мелкие игры. Я думаю, вы сами, если что, посмотрите. Для того, чтобы вступить в розыгрыш, потребуется нажать на кнопку Enter Now. Далее нужно пройти простую регистрацию и привязать нужные соцсети для выполнения заданий. Они аналогичны тем, что мы выполняли ранее. Это зайти там на сайт спонсора, подписаться на кого-то в Твиттере, Фейсбуке и так далее. Если что, пользуйтесь переводчиком. Также здесь иногда могут встречаться задания, где нужно приглашать людей на сайт по своей реферальной ссылке. Но оно не обязательное. Благодаря приглашенным людям вы повышаете свои шансы на победу. Чем больше у вас рефералов, тем больше, скажем так, лотерейных билетов. Если вы выиграете, то на странице с розыгрышем после его окончания вы увидите свой ник, который указывали при регистрации, а также вам на почту должно прийти письмо. Поэтому желаю всем удачи. Давно не было контента от Electronic Arts, и вот они объявили, что их новая мультиплеерная игра про вышибал под названием Knockout City будет бесплатно первые 10 дней после релиза, то есть это даже просто на время поиграть. Ну ладно. Игра вышла сегодня, 21 мая, поэтому бесплатный период продлится до 30 мая. Knockout City представляет собой спортивный сетевой экшен, основа которого взята из вышибал. Вам нужно будет выбивать соперников с помощью хитрых бросков, продумывать с командой тактику и уклоняться от мячей. Если игра вам очень понравится, то можете ее прикупить, за что получите какие-то бонусы внутри игры. Правда, ценник в 1500 рублей как-то отбивает желание. Ну да ладно. А всего за $1 вы можете купить подписку Xbox Game Pass Ultimate. Данная акция действует только для новых пользователей, как я понял. Не знаю, когда там она закончится, поэтому поспешите. Самое крутое, что за покупку подписки на 1 месяц вам в подарок дают еще 2. По сути, за 70 рублей вы можете 3 месяца играть абсолютно бесплатно в более чем сотни игр. Для консолей, ПК и мобильных устройств. Поэтому, кому интересно, ссылку я оставлю в описании. А мы переходим к следующей халяве. А если быть поточнее, то интерактиву в комментариях, где вам просто нужно ответить на поставленный мной вопрос, а уже через неделю 5 счастливчиков получат случайные ключики Steam. Поэтому, если хочешь принять участие, оставь комментарий с припиской «Интерактив» и в нем ответ на вопрос, сколько ты примерно потратил денег на игры за свою жизнь. Я вот так немного пораскинул, посчитал, наверное, где-то 1020 рублей. Кстати, за вопрос отдельное спасибо вот этому подписчику. Ты, кстати, тоже не ленись и предложи свой вопрос для следующего интерактива. А вот победителей из прошлого видео на 3 ключа Steam от игры «Ретро-машина». Для получения своего ключика напишите мне в любую удобную для вас
вас соцсеть из описания. А я хочу напомнить, что в магазине Epic Games раздается крайне странная игра под названием Sludge Life, в которой вам предстоит исследовать остров, полный непредсказуемых чудиков, а также вам нужно отстоять права графитчиков. В общем, не знаю, будете вы в нее играть или нет, но забрать для коллекции можно, так как раздача закончится уже 28 мая. На этой неделе в Steam сразу в 4 играх проходят бесплатные выходные. Это значит, что вы сможете в них поиграть ограниченное количество времени, а после чего они снова будут платными. И первая игра — это Beyond the Wire, масштабный многопользовательский экшен с видом от первого лица, предлагающий вам отправиться на западный фронт Первой мировой войны. Вторую игру нам уже раздавали в Epic Games, но может кто пропустил, это Surviving Mars, про выживание Илона Маска на Марсе. Третья игра — это Формула 1 2020, уже 12-я по счету часть серии гонок на высокоскоростных болидах. Сам не играл, поэтому сказать ничего не могу, но вроде игра норм. И четвертая игра — это Stellaris, научно-фантастическая глобальная стратегия, где вам предстоит открыть тысячи планет, которые генерируются случайным образом, так что геймплея хватит на сотни часов. Если что, на все эти 4 игры действуют скидки, поэтому можете смело брать. А теперь давайте перейдем к тайной игре в Epic Games, которую мы все так долго ждали. К моему личному сожалению, первой игрой в раздаче стал баскетбольный симулятор NBA 2K21. Большинство из вас, мне кажется, отреагировало примерно так. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и... NBA 2K21! Класс, вот это да, ребята, вот это классная игра раздается, вау, вот это да, ничего себе, вау, вау. Понятное дело, что я не хейчу их за эту раздачу, но согласитесь, что все ожидали чего-то другого. Хотя бы игру, в которую люди будут играть, а не баскетбол, который чисто на любителя, да и то на пару вечерков. Ладно, в любом случае, спасибо Эпикам за раздачу, так как мы за это не платим ни копейки, напомню. А игра в Стиме стоит на минуточку 2500 рублей. Правда, отзывы у игры не очень, ну и в ней там дохренища доната, нет русского языка. Но это такое, мелочь. Мне, кстати, кажется, из-за этого ее и раздали. Как бы неудачная часть серии вышла, а в ней еще и микротранзакции есть, поэтому они надеются, что этим отобьют затраты. Ладно, забрали, забыли, так сказать. Наверное, многие из вас сейчас спросят, а что же нас ждет на следующей неделе? 100% инфы пока что нету, но если вам интересны различные теории или варианты предполагаемых игр в раздаче, то посмотрите мое видео по подсказке сверху. После вчерашнего стрима с раздачей появились небольшие зацепки на предполагаемую игру в раздаче на следующей неделе, 27 мая. Но они настолько незначительные, что даже рассказывать не хочется, чтобы лишний раз вас не нагружать. Поэтому рекомендую следить за всей инфой, которую я, может быть, найду в моих соцсетях или вкладке сообщества на YouTube. Ну а теперь давайте поговорим про скидки. На этой неделе в Steam издатель Paradox Interactive устроил распродажу своих игр. Самые интересные предложения перед вами, а с полным списком можете ознакомиться по ссылке из описания. На серию игр про Lara Croft хорошие скидки, поэтому можете купить целый бандл или какую-то определенную часть. Третий Ведьмак со всеми DLC за 300 рублей. На другие части, кстати, тоже есть скидка. А на трилогию Just Cause цены вообще мизерные. Я бы с радостью показал вам еще кучу других игр, но хронометраж видео не позволяет. Поэтому обязательно пишите свои рекомендации к играм с хорошей скидкой в комментариях. Многие из вас, кстати, спрашивают, будет ли весенняя уборка в Steam, как в прошлом году. Если доверять сайту SteamDB, то, к сожалению, нет. Так что ближайшая распродажа, которая нас ждет, пройдет 27 мая и будет посвящена играм с открытым миром. Но если весенняя уборка все же будет проходить, я об этом расскажу в своем дискорде. И наконец-то перейдем к скидкам в магазине Epic Games. А поверьте, их там достаточно. Я думаю, может, даже запишу отдельное видео на эту тему. В общем, вместе с халявной игрой нам выдали скидочный купон на 650 рублей, который вы сможете применить при покупке игр на этой распродаже, которая, кстати, пройдет до 17 июля, так что времени у вас достаточно. Самое крутое, я считаю, что получать и использовать купон можно бесконечно, забирая бесплатные игры или совершая покупки. Купон работает на все игры стоимостью от 900 рублей, а также его нельзя применить на дополнение и предзаказы игр. Список моей подборки игр, которые вы сможете купить, я оставлю в описании. А для тех, кто хочет поддержать меня материально, можете указать мой тег автора Epic Games при покупке любой игры. Вам не сложно, а мне на покушать. В общем, еще больше скидок ждите в следующем видео, которое выйдет уже совсем скоро. А на этом моменте я буду заканчивать. Надеюсь, видео вам понравилось и вы остались довольными. Обязательно поддержите это видео своим лайком, ну и друзьям расскажите. В прошлом видео ключ 7 Days to Die и Terraria выиграли следующие подписчики. Поздравляю вас. Для получения приза напишите мне любую удобную для вас соцсеть из описания. У вас есть на это 48 часов. Ну а с вами, как обычно, был Игорёк, желаю всем удачи и всем пока!